Друзья, а вы знаете, что господин Арестович имеет общего знакомого с господином Геннадием Корбаном и Борисом Филатовым? Существует ГО «Фонд Арестовича», и руководителями являются сам Арестович и его партнер по YouTube-каналу Николай Фельдман. Кроме прямого партнерства с Арестовичем, Фельдман является на 25% совладельцем ТОВ «Национальный брокерский ДИМ», где 51% принадлежит Геннадию Корбану. А также Фельдман – руководитель Полтавской областной организации «Политична партія Пропозиція», еще известная как «Партия мэров», лидер которой является Борис Филатов. Друзья, дальше вам все объяснять. Заводите правильные знакомства, и ваш талант обязательно заметят.